Всем привет! У МТС на более или менее современных тарифах с безлимитным интернетом трафик можно раздавать в ограниченном количестве. Есть специальный пакет интернета для раздачи. До сегодняшнего дня узнать остаток на этом пакете можно было только через чат-бота Smarty в мобильном приложении «Мой МТС». Но теперь, спустя многие месяцы, информация доступна в приложении без обращения к боту. Для того, чтобы узнать остаток пакета для раздачи, необходимо нажать на информацию о пакете интернета в блоке «У вас осталось». На открывшейся странице вы сможете увидеть режим модема. Это и есть пакет для раздачи интернета. У меня на тарифе Smart для своих с безлимитным интернетом он составляет всего 3 гигабайта. Хорошо, что требуется раздача с телефона на компьютер мне крайне редко, ибо 3 гигабайта – это очень мало. На актуальных тарифах Мегафона и Билайна, например, раздача не ограничена. У Мегафона есть ограничение на торренты до 128 кбит в секунду. Вот, собственно, и все, что хотел я вам рассказать в данном ролике. До новых встреч!